Здравия всем, друзья. Было бы славно немного разнообразить твои обычные приветствия. Смотрите ролик до конца, высказывайте свое мнение. Знаете такую поговорку? Авось ныне там. Да-да, это именно то, что вы подумали. Он там же, на своем месте. Все там же плавают щуки, думаю, букву не перепутал, которые пятятся как раки, и лебеди там же. Но им что-то в голову пришло не тянуть все в разные стороны. Видимо, байку-то читали 100 лет, что надо бы по-другому. И вот взяли они своими клешнями да куриными лапами перья да чернила. Подмахнули они все соглашение. Мандей мишнесхой. Ну, чтоб сдвинуть. А что же хотят сдвинуть все-таки? А мешает им как раз тяжелый камушек. Один маленький документ, принятый 10 декабря 1948 года резолюцией 217А на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И что же это за документ? Многие из вас, конечно же, догадались. Это всеобщая... Нет, с большой буквы. Всеобщая декларация прав человека. Ведь эти черти тоже не могут нарушать иконы мироздания, касающиеся добровольности выбора. Мы видим это на их же примерах. Захотела, например, Российская Федерация не соблюдать решение СПЧ. Бам! И вышла из-под его юрисдикции. То есть, как там у них наверху все добровольно, так и везде, значит. Не нравится вам это, ушел в другую юрисдикцию. Помните, некого Чурова называли волшебником? Так вот, у них там есть тоже свой волшебник. Он каким-то чудеснейшим образом имеет особое влияние на всех обитателей, прибывших в его волшебную страну. Одно магическое заклинание – «Окулус репаро». И вот ранее тянувшие в разные стороны и раком лебедя щуки разные вдруг теряют свою волю и пишут одно и то же слово «Одобряю». Раньше же из щучьих, думаю, опять правильная буква, и рачьих зомбоящиков лилась сладкая песенка об их суверенности и независимости. Но одно магическое слово и все. Все поддались чарам некого волшебника. Прощай, суверенность! Втирание со всех утюгов о правах человека тоже дают нахрен. Здесь открою вам великую тайну. Готовы? У всех лебедей, раков и щуков никогда ее не было. Да ну нахер! Ее суверенность! Что вы говорите? А, вы об этом всегда знали! Ну вот, а я думал, секрет. Ну давайте посмотрим, что же они пытаются сделать. Мы видим моральный упадок, скрывающийся под всем этим блеском и золотом. Не правда ли это напоминание о том, что не все то золото, что блестит? В их новом соглашении прописана полная отмена прав человека в некоторых случаях. Прописано ограничение прав профсоюзов, особые полномочия силовиков и подобных структур. Ну что, Оурал очутился в яви нашей? Здесь мы опять видим принципы вселенской добровольности. Захотели, приняли в 48-м одну декларацию, а захотели, отменили ее спустя 76 лет. И число здесь магическое 76 присутствует. Я думаю, вы в теме. И помогите там, кто не в теме, там внизу в комментариях. Но ключевая фраза здесь лишь «видим принципы». Их словно выпячивают на показ. Конечно же, самой добровольностью здесь и не пахнет. Кого-нибудь из вас лично спросили, хотите ли вы остаться без прав? Полностью. Вообще без прав. Ну, полная отмена, вы понимаете? Вот вам и добровольность вся в деле. Это ж напыщенно скажут, что щук официальный представитель щучьего царства, а значит все добровольно. Щука плавником своим махнула, значит вы все согласны. Давайте, вспоминайте Оурала. Буду повторять это. Также ими создан проект глобальной конституции. Поэтому надо сберечь национальную конституцию, чтобы сохранить какой-то оплот человеческий. Мой огородик осквернен. Хоть это всего лишь и проект. Оурал, это, кстати, тоже декларация. Все послушали, почитали, повздыхали и все. С точки зрения естественного права приняли оферту?
Так вот, это глобальное готовится как раз для главного демона. Но здесь букву сами исправите. Которого они ждут все. И все местные бесята и подбесеныши. Им сейчас шустро-шустро помогают так во всех уголках сказочного лесопарка. И вот сейчас стоит самая главная задача перед человечеством. Поскольку сейчас борются бесячество и человечество, задача всех людей, человеков, ставить множество запретов, ментальных, вербальных, каких хотите, но нужно запретить им этот, их план против народа. Не унывать и не сдаваться. Наш хэштег «Скажи бесам нет».